Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, всем, у кого денежные трудности, и тем, кому просто нужны деньги для покупок, для развития бизнеса, для того, чтобы радовать себя деньгами, у нас с вами чудесный ритуал, молитва, чистка, заговор Святому Спиридону. Все, кто сейчас хочет присутствовать на этой чистке, налейте, пожалуйста, стакан воды и поставьте перед экраном. Вы видите, у меня две зеленые восковые свечи. Мы делаем скрутку, скручиваем эти две зеленые свечи. Чудесные свечи, с которыми мы будем работать сегодня. Также вы видите, у меня долларовая свеча восковая, прекрасная работа, которой мы также будем сегодня проводить ритуал. Итак, ребятушки, вообще сильнейшие молитвы на деньги обращены к двум святым. Если ваша просьба будет искренней, если ваши мысли будут направлены к свету и Всевышнему, то ваши мольбы, конечно, будут услышаны. Ну а денежное процветание станет неотъемлемой частью вашей жизни. Да главное – освободить свое сердце от зла и корысти. Читать денежные молитвы можно лишь в том случае, если вам не хватает материальных ресурсов, чтобы жить счастливой жизни. И сегодня мы будем с вами читать денежную молитву святому Спиридону Тримифунскому. Святой всегда приходит на помощь тем людям, которые испытывают финансовые трудности, а также помогает притянуть в жизнь материальные блага и процветание. Итак, ребятушки, все, кто со мной, поставьте плюсик, кто налил стакан воды, питьевой воды, кто хочет финансовое благополучие. Готовимся, я готовлюсь вместе с вами. Так, стакан воды поставьте перед экраном. Питьевая вода. Самая лучшая оплата за этот ритуал 888. Если вы считаете, что нужна какая-то другая сумма, это ваше личное дело. Рекомендуемая, всегда говорю 888, потому что восьмерочка – это материальное число. Вы видите, что доллар сам он по себе очень похож на восьмерку, на знак бесконечности, да, денежный ритуал. Так, я думаю, что всем, кому нужен этот ритуал, сейчас смотрят его. Ноги, руки мы не скрещиваем. Сядьте поудобнее, стакан воды возьмите руками, можете руками вот так вот взять или открыть ладошки. Самое главное, не закрывайте ладошки свои и слушайте внимательно меня. Блаженный Спиридон, прими молитву детей твоих. Известно мне, что при жизни ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем твоим и делами твоими знакомы все страждущие, ибо ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, часть тяжелой, и от меня, от моих друзей и подписчиков. Убереги меня, моих друзей-подписчиков и близких моих друзей-подписчиков от бедности. Приумножь наши финансы, ниспошли нам процветание, удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне, во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву нашу. Известно мне, что при жизни ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем твоим и делами твоим знакомы все страждущие, ибо ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, час тяжелый, от меня, от моих друзей-подписчиков.
Убереги меня от моих друзей, подписчиков и близких моих от бедности. Приумножь наши финансы, ниспошли нам процветание и удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне и во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву нашу. Известно мне, что при жизни Ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем Твоим и делами Твоими знакомы все страждущие, ибо Ты помогаешь всем по сей день. Не отвернись, час тяжелый, от меня, от моих друзей-подписчиков. Убереги меня, моих друзей-подписчиков и близких моих, от бедности. Приумножь наши финансы. Ниспошли нам процветание и удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне и во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву нашу. Известно мне, что при жизни Ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем Твоим и делами Твоими знакомы все страждущие, ибо Ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, час тяжелый, и от меня, от моих друзей-подписчиков. Убереги нас и близких наших от бедности, приумножь наши финансы, ниспошли нам процветание и удачу в деньгах, да будет славиться имя Твое ныне и во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву нашу. Известно мне, что при жизни Ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем Твоим и делами Твоими знакомы все страждущие, ибо Ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, час тяжелый, от меня, от моих друзей и подписчиков. Убереги нас и близких наших от бедности. Приумножь наши финансы, ниспошли нам процветание и удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне и во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву раба Божьего, нашу молитву. Известно нам, что при жизни Ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем Твоим и делами Твоими знакомы все страждущие, ибо Ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, час тяжелый, от меня, от моих друзей-подписчиков. Убереги меня и близких моих от бедности. Приумножь наши финансы, ниспошли нам процветание и удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву нашу. Известно мне, что при жизни Ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоящие чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем Твоим и дела Твои знакомые все страждущие, ибо Ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, час тяжелый, от меня, от моих друзей-подписчиков. Убереги нас и близких наших от бедности. Приумножь наши финансы, ниспошли на процветание и удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне во веки веков. Аминь, аминь, аминь. Блаженный Спиридон, прими молитву нашу. Известно нам, что при жизни Ты облегчал страдания угнетенных и неимущих, творил настоятельные чудеса и помогал ближним избавиться от нищеты. С именем Твоим и делами Твоими знакомы все страждущие, ибо Ты помогаешь всем и по сей день. Не отвернись, час тяжелый, и от меня. Убереги меня и близких моих от бедности. Приумножь наши финансы, ниспошли нам процветание и удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне и во веки веков. Аминь. 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 Сейчас я в чат кину слова, которые вы напишете. Слова, которые нужно написать в чате.
Так. Хорошо, скапывает, открываются дороги пути, чистим дорожки пути. Напишите, пожалуйста, 8 раз слова, которые я кинула в чат. Не отвернись, час тяжелый от меня. Убереги меня и близких моих от бедности. Приумножь наши финансы, не спошли нам процветание, удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне во веки веков. Аминь. 8 раз напишите. 8, она, конечно же, ассоциируется с деньгами. Сливаем, очищаем все дороги, открываем. Все узлы на узы сжигаем, с ног убираем все привязки, копиры, подмены, стяги убираем с лица, с тела, с рук, с ног, с живота. Все снимаем, убираем, все счищаем, пыль, прах превращаем. Все дороги, все пути открываем, финансовые потоки открываем, денежные каналы открываем. Всю порчу, негатив счищаем, все крадники убираем. Ноги, руки очищаем, живот, спину, легкие, печень. Чистим все полностью. Глаза, зрение, головушку буйную. Снимаем все оковы, все привязки, все копиры, стяги, подмены. Все сливаем. Воск превращаем. Смотрите, дела сердечные тут нарисовались, хотя мы чистим. Финансовые потоки сердца вышло. Через сердечную чакру кто-то работал. Монетки рядом пошли. Посыпались. Жаба сидит зеленая, смотрите. Кто-то просто удавится, да? Злобный человек на жабу похожий. Или как жаба душит, да? Убираем, снимаем. Все наносное, напущенное, наговоренное, с едой съеденное, с водой выпитое. Все сливаем, убираем. Воду отправляем, воском запечатываем. Глаза ясные открываем. Смотрите, женщина, голова, женщина, юбка. Открываются нам те люди, кто хотел нам пути, дороги перейти. Деньги забрать. Сейчас все это открывается, все показывается. Все дороги пути финансы открываются. Денежные каналы раскрываются. Денежный поток устремляется к моим друзьям, подписчикам. Те слова, которые я закрепила в чате, напишите их в чате, затем в комментарии 8 раз. Копируйте, напишите. Не отвернись, час тяжелый от меня, убереги меня и близких моих от бедности, приумножь наши финансы, не спошли нам процветание, удачу в деньгах. Да будет славиться имя Твое ныне и во веки веков. Аминь. Просим Святого Спиридона о финансовом благополучии. Смотрим на огонь, медитируем. Смотрим. Вы видите эту икону, икона Спиридона. В свое время эта икона помогла мне, помогла в медитации. Действительно, мне Спиридон Святой помог. У меня 2,5 года стоял дом, никак не продавался. Я молилась двум святым, Николаю Чудотворцу и Спиридону Триумфальному. И в итоге дом очень быстро продался. Я благодарю Святого Спиридона и Николая Чудотворца, которые помогли мне в этом деле. И хочу, чтобы у вас, дорогие мои друзья, также все финансовые потоки открывались, деньги прибывали, вы обогащались. Аминь. Расчищаем дорогу, сливаем все воском, всю воду выливаем, воском закрепляем. Ключ, язык, замок. Аминь, аминь, аминь. Смотрим на огонь, медитируем.
Смотрим, чувствуем тепло в животе, в жилах, прожилках, в руках, в глазах, в голове. Чувствуем покалывание по всему телу. Пошли дороги открываться. Дороги открываются. Деньги прибавляются. Догорают свечи. Смотрим на огонь, медитируем. Медитируем, свечи горят хорошо, ровно. Если когда я читала молитву, они прям полыхали, да, сейчас они уже усмирились. Открываем все денежные потоки. Чистим все привязки, копиры, отвязки. Все, что съедое, съедено, с питьем выпитое. Все удаляем, убираем. Все колдовское, напускное. Все глазом злым, напопорченное, да словом сказанное. Убираем, обратно возвращаем. Аминь, аминь, аминь. Смотрим на огонь, медитируем. Руки-ноги не скрещиваем. Медитируем на свечу. Прекрасно. Замечательно. Замечательно работают свечи. Отливка, вы посмотрите, она похожа вот на большую, огромную жабу. Да, вот она жаба. И вот они ножки. Вот она нога. Вот. И вот она нога. Как будто бы шкура жабы здесь лежит. И сейчас мы ее прожигаем, просто прожигаем, удаляем, удаляем всех завистников, всех глазняков, всех, кто сглаживает ситуацию. Убираем их. Расчищаем пути дороги. Не отвернись от нас, Спиридон, Святой Спиридон, помоги, спаси, сохрани нам финансовое благополучие. Дай нам богатую жизнь, финансово обеспеченную. Пусть деньги приходят из неведомых путей дорог, пусть дороги расчищаются, открываются, жизнь налаживается, продвигается. Смотрите на бабочку, похож огонь, как будто бы сидит и крылья бабочки, отражается бабочка. А бабочка — это всегда все, что очень быстро и скоро. Значит, все очень скоро случится, все очень скоро и быстро произойдет. И это замечательно. Замечательно. Пишите закрепленные слова 8 раз. Скопируйте и 8 раз напишите. Напишите, ребятушки. Догорает огонь, открывает все дороги пути, финансовые потоки, финансовые сферы, расчищает. Смотрите, сердце так и показывает, знаете, вот прям показывает, что тут дела сердечные тоже замешаны как-то с финансовыми потоками. Может быть, на почве финансов был какой-то спор, разрыв, закончила работу, аминь, аминь, аминь. Еще раз давайте посмотрим, что у нас получается с отливками. Смотрите, вот оно, как сердце. Можно еще рассмотреть, как зеленое яблоко, но я больше все-таки вижу это сердце. Видите, да? Сейчас мы поднимем отливку, чуть-чуть она подостынет. Я хочу вам показать, что здесь. Ну, когда отливки были, вы видели, да, что происходит. Сейчас мы так водой остудим. Я хочу повернуть. Вот оно, дела сердечные. И смотрите, на сердце две фигуры.
с одной стороны фигура и с другой стороны фигуры. Видите? На фоне сердца мужчины и женщины. Тут еще даже любовная сфера почему-то показывает, да? У кого-то не получается, а все связано с тем, что крадники-то поставили на финансовую сферу, а затронуло еще и вашу любовную сферу. Дела сердечные. Давайте посмотрим здесь. Ну, а здесь очень много лягушек. Лягушки, жабы. Жабы, знаете, как будто бы давит, кого-то душит. Зависти много, злобы вокруг вас ходит, вертится, крутится. Змеи, киша кишит, и черепки, да, вот черепушки, может, даже обращение какое-то было. Знаете, не все здесь сидящие просто безденежья. У кого-то дела порченные здесь вырисовываются, и горб, как холка, тут еще и на здоровье пошло. Видите, вот как на здоровье, как будто бы холка. Может быть, вы чувствуете, как, знаете, на холке у вас сидит, как будто бы кто-то, или кошка как будто бы вцепилась, или прям паук на холке держит. Вот вам, пожалуйста, это перевертыш, да, переворачиваем, откуда что пошло, вроде тут как оно как провалено, да. Вот вам, пожалуйста, тут затронуты все сферы, помимо любовной сферы, еще и здоровье затронуто. А знаете почему? Потому что финансы — это сильный, сильный эгрегор. И знаете, когда вот этот эгрегор пробивают, тогда затрагивается все. Здесь уже все может быть, понимаете? Здесь и личная жизнь может быть пробита, и также здоровье. Но мы будем надеяться, что эти ритуалы пройдут успешно. Смотреть эту отливку 12 дней подряд, независимо от Луны, потому что мы читаем молитвы. Мы избавляемся от безденежья, значит, здесь подойдет и убывающая луна, а также мы открываем дороги, приглашаем деньги в нашу жизнь, значит, подойдет растущая луна. Поэтому смотреть независимо от положения луны 12 дней подряд. 12 апостолов было у Иисуса Христа, 12 дней подряд вы смотрите этот ритуал. Самая лучшая оплата, повторяюсь, 888 в описании к видео, реквизиты. Либо кладете на номер телефона, оператор связи, Мегафон. Надеюсь, что этот ритуал вам понравился и был полезен. Не забываем пальчик вверх у слова «благодарю». Ну, а кто еще не подписался, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Делитесь этим видео со своими друзьями и подписчиками. Приводите побольше подписчиков, потому что чем больше просмотров, чем больше лайков на каждом видео, тем сильнее ритуал работает впоследствии. Итак, 12 дней подряд вы смотрите, 12 дней подряд вы пьете воду, которую стоит сейчас у вас на столе. Вот вы выпили стакан воды. На следующий день, завтра вы смотрите это видео, ставите стакан воды. И также после ритуала вы выпиваете его до конца. 12 дней подряд. Если у вас деньги пойдут, замечательно. Если же какие-то проблемы возникнут, вы можете на следующий месяц, через месяц, дней через 40 повторить этот ритуал. До тех пор, пока деньги к вам пойдут. Больше 12 дней смотреть не нужно. Если вот ну никак у вас не открываются денежные потоки, значит, надо смотреть, что какие-то дела серьезные на вас. Обращайтесь на личную консультацию, Viber, WhatsApp, Telegram в описании к этому видео, и мы будем разбираться с вашей проблемой. Ну что ж, ребятушки, желаю всем мира, добра, счастья. Всем пока-пока.